Егор Борисов принял участие в церемонии открытия улицы Дальнего Востока. Одно из самых ярких событий первого дня Восточно-экономического форума – открытие выставки «Улица Дальнего Востока» на Университетской набережной. Традиционно началось торжественное шествие делегаций из дальневосточных регионов под песню «Дальний Восток». Все 9 субъектов представили свои регионы. Далее Егор Борисов вместе с Юрием Трутневым и губернаторами дальневосточных регионов посетили презентационные павильоны регионов. Координации наших совместных действий. На территории экспозиции Республики Туана декорирована в стиле якутской зимы и холода. Это и неудивительно, ведь Якутия является самым холодным обитаемым регионом в северном полушарии. В этой связи основной павильон Якутии выполнен в форме традиционного якутского жилища Урасы, стилизованного в образе якутского хранителя холода Чисхана. Кроме того, в павильоне представлены территории опережающего развития, индустриальный парк Ангаласы и Южная Якутия.